Алло, всем привет. В общем, сегодня я попал на видео Фуфыла. Так, получается. Так, а мне роль участников не выдают. Так, в общем, вот. О, Фуфыл летает. Сейчас вообще 100 игроков должно зайти, по идее. Но не знаю. О чем видео, пока что непонятно. Но, скорее всего, без понятия, честно. Типа 100 игроков. У меня просто шансов было, ну, можно сказать, мало очень. Не, ну, потому что в Дискорде там где-то человек 700. И из этих 700 я выпал. Надеюсь, видео не получится слишком коротким и слишком длинным. Все же так поинтереснее вам будет. До сих пор не могу поверить, что я реально у Фифива на видео. Седьмое. Короче, очень много игроков, которые были до этого в съемках. Мне поскидывали в личное сообщение, кто уже был. Я не был. Ввел ник, поэтому мне кажется, что... Ну, наверное, надо будет кикнуть. В чем смысл? Вы же знаете, что будет. Где он? Вот. Все, на 200 поставлю, чтобы вам было слышно его. Так, окей. О, боже. Музыка, звуки. На 30... поставлю. Не, ну сейчас посмотрим, зайдут, но если вы знаете, что будет, то ну не здесь рассказывайте хотя бы другим, его. Потому что это видео очень интересное, тут реально интересно, тут круто. Мне кажется, очень будет классно. Тут крутые испытания, и поэтому я не хочу, чтобы заходили те, кто были, потому что они знают, насколько крутые испытания, и из-за этого... Паркурчики всякие, наверное, тут вообще будут разносторонние испытания. Прописываю сейчас ТПО, вы можете выбрать себе комнату. Можно выбрать любую, кроме 10-й. 10-я это сюрприз, и попадут туда только те, кто будут проходить испытания самое последнее. То есть я буду рандомно выбирать комнаты, и если ваша комната будет самая последняя проходить испытания, то тогда вам повезло, и вы увидите, что за сюрприз там это. Может, подготовлю. Дроппер. На первое только 3 участника, серьезно? Почему никто не хочет на первое? А чё? Не хочу. Тут есть и лабиринты, и дроперы, да, скорее и паркур. Всего, лабиринт. Ну, короче, да. Тут да, дропер вон, это лабиринт и паркур. Может, паркур? Не, ладно, пофиг, лабиринт. Лабиринт это возможно пройти. Хотя, не-не-не, может, лучше паркур. Ладно, пофиг. Надеюсь, я не ошибку сделал сейчас. Я уверен, что там лабиринт. Уверен, 100% даю. Там паркур тоже. Дроппер вот. Тут видно. Так, мне скинули 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 игроков, которые были ранее. Блин, ну мой зачем голос... вы зашли-то, а? Вообще... Вы же знаете, что чуть-чуть будет. Другое прям, вы мне кажется. Вы же видели крутые не испытания, то, насколько они крутые. Цензура, потому что, ну, она специально сделана для этого видео, потому что испытания очень сложные, и в чат могут писать только спектаторы. И как бы из-за этого она и добавлена на сервер, потому что вы по-любому будете возмущаться, так как испытания очень-очень-очень-очень-очень сложные, прям максимально сложные. Вам они даже, наверное, не понравятся, и из-за этого и добавлено. Это данж, наверное, будет какой-то данж, в котором надо будет с мобами драться. Мне кажется. Я бы выбрал комнату под номером... Не знаю даже. Наверное, третья или четвертая. Четвертая что-то с водой связано. Десятая нельзя. В десятую попасть нельзя. Там сюрприз. Пишет, подождите, пожалуйста, я ссать хочу. Ой, он сказал, короче, будем начинать. Так, ну мне надо дойти. Надеюсь, не с девятой начнем. Так, все, я тут. Фу, есть. Фу. Еле сюда попал. Фух, это жестко. Секс.
Пока что вроде нормально иду. Пытаюсь максимально вперед пройти. А, блин. Боже. Куда идти? Не, я не смог. Давайте объясню вкратце. Фа-фа-фа я слышал, а звук на компьютере не записался. Сейчас он, кстати, нас затопит лавой, потому что мы не успели. Я продвинулся чуть-чуть. Я думаю, в этот момент не надо объяснять, почему я молчал. Ну, вы сами понимаете, я думал то, что это реально, типа, не постановочный ролик, а, типа, реально какой-то приз можно выиграть. Я такой, все, капец. Ладно, ну, у меня вообще другой контент на канале, но если хотите, можете подписаться, посмотреть, может, вам понравится видео. Да, лучше бы я выбрал первое. Ну, все тогда. Не повезло.